Digma 7520. Это у нас что, плейн? Да, Digma Plain 7520 3G. Чтобы на нем сделать сброс настроек, зажимаем плюс и питание. Держим две клавиши, экран загорится, питание бросить, а плюс продолжить держать. Если с плюсом не получается, то всегда есть комбинация минус, но с минусом по-другому. Питание зажать на секунду-две и следом минус. Мы видим вот такое меню, что говорит о том, что у нас процессор МТК. Кнопка громкости вверх перемещаться. Наводим на строчку рекавери, нажимаем вниз. Ждем, пока включится само рекавери. Вот все вот эти вот лайфхаки, как что обойти, какую там систему и так далее. У меня на канале есть плейлист полезная. Ссылка есть внизу в описании. Там вы сможете найти все вот эти моменты, которые встречаются в нашей с вами работе. То есть, если кто-то так же, как я, занимается какими-то прошивками, разблокировками, рекомендую к просмотру именно этот плейлист. Первое, на что смотрим, это версия Android. Android у нас 7.0. На Android 5.1 и выше, перед любыми сбросами, перед любыми прошивками, необходимо выходить из учетной записи Google. Меню настройки аккаунта, выбрать гугловскую учетную запись. В правом верхнем углу будет кнопка с тремя точками, удалить аккаунт. Если не сделаете, то сработает блокировка Kill Switch, FRP она еще называется. Он будет просить старую учетную запись и пароль от нее. На канале есть плейлист FRP Google, там есть универсальные способы, ссылка также есть в описании под видео. Но лучше с этим не связываться. Выбираем Wipe Data Factory Reset, а в следующем меню выбираем строчку Yes. У вас побегут строчки, он сделает сброс и перекинет вас в предыдущее меню, в самый рекавери, где нужно выбрать первую строчку, Reboot System Now, чтобы его перезагрузить, либо Power Off, чтобы выключить. Откладываете минут 10-15, он включится чистый сброшенный. Если сброс не помог, гуглите прошивку, тема аппарата на 4PDA, там будет прошивка. Аппарат должен быть заряжен, он может не пускать в рекавери, выбрасывать, просто включаться. Ну и так по мелочи, если что-то это, там данные потеряются, какие-то такие нюансы, это все как бы все как обычно при любом сбросе. Все самое интересное, важное, полезное с моего канала в плейлисте «Полезное». Попасть можно с главной страницы моего канала. Вы вступайте в нашу группу ВКонтакте, ставьте лайк под видео и подписывайтесь на канал.